Ивановцы ставят рекорд. К сожалению, печально. И за минувшие выходные сотрудники регионального МЧС выезжали на тушение возгораний травы около 90 раз. И это с учетом того, что теплые дни начались буквально несколько дней назад. От палов пострадали уже несколько километров по территории всей губернии. Сотрудники МЧС отмечают, с 29 апреля введен особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, проводить пожароопасные работы в лесах, на торфяниках и прилегающих к ним территориях. Нарушение постановления губернатора карается штрафом в размере от 2 до 4 тысяч рублей. Пал сухой травы также может иметь фатальные последствия, напоминают огнеборцы. В 2015 году в результате возгорания травы погиб житель Гаврилово-Посадского района. Днем во вторник 16 человек личного состава МЧС выехали на тушение лесного пожара. У нас сегодня поступило сообщение о пожаре в Заводском районе деревни Коротиха. Это Коротиха. Лесной пожар. Площадь пожара составила 1-2 гектара. К ликвидации пожара привлекалось 6 единиц техники и 16 человек личного состава. Пожар был локализован, в настоящее время по факту пожара проводится проверка. Обстоятельства выясняются. Ну, предположительно, пожар возник по причине возгорания сухой травянистой растительности, который впоследствии перешел на лесной массив.